Буду готовить сегодня макароны по-флотски. Уже почти ночь, но мне что-то так кушать захотелось. Я достала мясо, не мясо, а фарш. Вот так тонко я его расплющиваю и ложу в морозилку, чтобы он у меня там, чтобы он быстро потом так перевернешь, так и раз, так, раз, так, раз, вот. Ага, смотрите, что, раз и все. И оно у нас раз. И готово. Сейчас остынет оно, ой, вернее согреется, и я буду делать макароны по-плотски. 125 лет я их не делала давно уже, но буду сегодня. Еще я должна найти макароны. Макароны, какие макароны у меня тут есть, посмотрим. Что это? Это знаете, когда я их покупала? Знаете, как у меня много? Это когда вот война началась. У нас тут сумасшествие было, и все покупали вот такие вещи. И я вот как дура накупила. Вот у меня 4 пакета, наверное, там еще где-то есть. Какие макароны сделать мне? Вот эти, что ли? Или вот эти? Или это одно и то же? Как шведы говорят, der samme skit. Это значит, это самое одно и то же говно. Что это говно, что это говно. Так шведы говорят, не удивляйтесь. И это у них это на всеобщем, как это называется, всеобщее такое слова, которые они везде говорят. Самохыт. Одно и то же говно. То, что это, так шведы говорят. Все. Фарш будет долго остывать, поэтому я сейчас пока сварю наши макарошки. С ними ничего не будет, просто отварю и отставлю в сторонке. А потом мясо поджарю и положу внутрь макароны. Макароны. Вот эти вот фузули. Фузули положу. Дочь моя еще не родила, но мы хотим. Она уже сегодня была у акушерки. Та что-то там поколдовала, акушерка. Ну, надеемся, что к утру, может, что-то произойдет. Ждем уже, ждем, ждем-с. Водичка закипела, а я там сижу. Понимаешь, я даже соль не буду бросать. Закину так просто. Сейчас сколько закинуть? Половинку? Или все закинуть? Ух! А, давай все. Не знаю, сколько здесь, я здесь посмотрю, сколько здесь грамм. Сколько здесь? 500 грамм. Ничего себе! 500 грамм, а будет потом... А потом будет сколько? Так, соль, соль, все-таки я соль возьму. Соль все-таки возьму. Так, прям ее брошу, вот так. Вух! Это, знаете, соль нужно, чтобы не прилипала. Вот такое. Давай, булькой, булькой. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так. Сегодня буду жарить фарш без лука. Лук джоккой, пиоз джок. Нету у меня лука, но у меня зато есть чесночная паста. Чесночную пасту положу за место лука. Так, сейчас закипит она у меня, забурлит, забулькает, забульбулькает. И я ее поставлю вариться, чтобы она у меня мягенькая была. Я не люблю альденте. Я же бабушка, бабуля, я люблю все мягенькое, разваренное, проваренное. Пока там они закипают, макароны, покажу вам, что я переделку сегодня сделала. Я сегодня убралась во всей своей квартире, пропылесосила, чистоту, порядок навела, перестановку. Вот эта кровать, она у меня стояла вон с той стороны, а я ее поставила в эту сторону. Вот так, чтобы это мне ветер в лицо дул, а не на голову. Вот такое у меня зеркало стоячее здесь есть. Сейчас я хочу вам показать мой дворик. Сейчас покажу мой дворик. О, смотрите, как тут у нас солнечно. О, смотрите. Так хорошо у нас здесь. Это тепличка будет. Стеклянная, там будут должны какие-то
тропические или какие-то экзотические деревья расти. Ну а там, знаешь, этими деревьями и не пахнет еще. Вот так вот я живу. Живу, как в Израиле. Вышел в тапочках на улицу, как в деревне, и пошел. Вот такой вот я порядок навела. Так у меня хорошо. Все свои пальто сегодня упаковала, закинула вон туда наверх, на шкафы, на свои. Так, что у нас тут закипело, закипело. Ой, закипело. Давайте уменьшаем, уменьшаем. На шестерочку. Помешаем. Помещаем. Сегодня я расслабленная, дома отдыхаю и жду, подсознательно жду, когда Аделя мне позвонит, чтобы я к ней побежала. Подсознательно. Пью зеленый чай. Одела перчатки, чтобы с мясом работать. Шо, а что с ним работать, да? Что с ним работать-то, господи? Надо, чтобы только оно растаяло. Сейчас я тарелочку достану. Тарелку положу его. Так его разломаю. Оно уже мягенькое, ломается легко. Харакири уже делать, карате уже не надо ему. Оно уже хорошо ломается. Вот, раз. Ну, буду ждать, когда оно полностью растает. Когда червяки вот эти все растают, вот такие червячки. Шервячки. Сегодня такое видео, расслабленное называется. Видео на расслабонке. Не хотят люди мои видео смотреть. Не смотрят мои видео, никто на меня не подписывается, что-то. Когда Смёргас-торта поставила, ругали меня, но подписывались на меня. А сейчас что-то не хотят. А когда вот такое дело идет, знаете, вот настроения нету, вот как будто тебя по рукам бьют, ты что-то делаешь хорошее, а тебя прям по рукам вот лупят, дубасят. И нету желания и настроения. Но все равно где-то в душе все равно думаю, я же все равно для себя это делаю. Вот даже я сегодня шортс поставила. Это просто снапчат я послала своим детям, но этот шортс вынесла как шортс. Что действительно, вот эти вот я сама забываю свои рецепты, которые я выдумываю. И на самом деле они очень вкусные. Пусть тает. Зеленый чай. Без зеленого чая никуда. Все, смотрите, какие красивенькие. Фузулечки. Такие фузули. Пусть варятся еще. Да мягкие, пускай будут разваренные. Так, у меня макароны закипели. Ой-ой-ой, выключай. Ой-ой-ой, быстрее. Холодную воду открываем. Так, покороче надо. Надо быстро все. Вот они у меня только сварились. Я их сразу в холодную воду. Ах! Холодную воду их сразу. Чтобы им шок сделать. Шок, петушок. Знаете, зачем я холодную воду делаю? Чтобы они не прилипли друг к другу. Вот так вот сделаю. Еще маслечком я, наверное, сделаю. Так. И еще чуть-чуть маслечком. Сейчас. Сейчас вы все увидите, все мои секретики. Как я... Что я делаю? Тети Лилины секретики все будете знать. Вот так маслечко сюда налила чуть-чуть. Они холодные, после холодной ледяной воды.
Вот так замешаю сейчас их, ям, они все масло распределится по ним. И они ни за что на свете друг к другу не прилипнут. Даже если в холодильнике будут стоять, они уже не прилипятся друг к другу. Понятно? Не поженятся, не попереженятся друг с другом. Будут одинокими одиночками. Вот такие вот они у меня будут. Одинокие макароши. Вот. Сингл. Ты там тряпку видно мою. Сварился нормально. Я вообще не думала, что я буду себя показывать. Вот что я себя опять показываю? Что? Не могу прямо. Обязательно, да, мне надо тут выпендриться перед вами. Чуть-чуть оливкового масла добавлю. О, оно у меня уже кончилось. У меня еще есть две бутылочки такие. Оливкового масла чуть-чуть, чтобы просто мяско поджарить. Немножко рапсового масла положу. Немножко сливочного, наверное, положу маслице. На пилюшечку. Так-так-так, не шуми, не шуми, не шипи. Ух, она быстро... Ай! Быстро разогревается. Надо же. Ложу мяско. Кладу, извиняюсь. Все меня ругают за то, что я говорю, ложу. Знаете, это вот у меня неправильно вот научилась, я и неправильно всю жизнь говорю неправильно, потому что неправильно с самого начала научилась так вот. А узбеки говорят ставлю. Не ложу, не кладу, а ставлю. Поставим сюда мясо, они говорят, казан. Оно еще не разморозилось, но пускай вот оно теперь тут у меня размораживается. Я его вот так прикрою, оно на своем пару тут и запарится. Вот такая у меня есть чесночная паста. Ой, так вкусно пахнет, я ее сама делаю. Вкусно пахнет. Это чеснок на этом, на блендере. Оливковое масло, уксус и соль здесь. Ой, у меня слюнки текут. Вот такая вот. Ай, падает. Как ее показать? Вот такая паста. Раз. Два. И три. Так, положу. Положу. Положу, покладу, накладу, закладу. И жарю. Жарю, вот оно жарится. Еще все не растаяло, но все равно я его насильно заставляю таять. Насильно. Положила чеснок, а тут еще уксус есть. И такой запах вообще шашлыка. Шашлыком пахнет. Еще сливочное масло вкусно пахнет. Ой, не могу, как кушать хочу. Наверное, я еще добавлю весь вот этот наш, все наше масло оливковое, которое, чтобы, знаете, ни грамульки, ни капельки, чтобы нигде не осталось, не пропало. Смотрите, с чем я буду кушать. Что это? Это у нас кимчи! Мое кимчи, это не то, что я вчера делала на моем рецепте. Это у меня стоит, оно давно уже дома стоит. Вот оно какое. Ого, оно давно стоит уже здесь. Целая банка, я его, видите, как ем. Я все ем с этим кимчи. Это мое волшебное кимчи. Без него ничего нельзя, как сказать, ничего нельзя кушать без него. Все только с кимчи. Давай. Давай попробуем. Иди сюда. Вот эту возьму. Попробую сейчас. Ну-ка. Холодная.
вкусно. Пожарила, минут 5 пожаривалась, прожаривалась. Я думаю, что этого достаточно. Теперь я буду добавлять специи. А специи какие? У меня только соль. Вот я соль вот так открою. И получается, одну ложечку соли вот так положу. И добавлю еще что? Добавлю черный перец. Черный перец с лимоном. Вот я его постоянно использую. Потому что я люблю кислоту вот эту. Кислинка придает такой, как сказать, аппетитность. И еще что? А, больше ничего не буду ложить. Все, вот так. И посмотрю, сколько пойдет сюда этих макарошек, чтобы было немало мяса, чтобы было пропорционально все. Вот. Так, увеличиваем огонь, потому что наши фузули наши холодные. Еще я добавлю водички, чтобы это все у меня связалось. Добавлю водички, закрою и пусть на маленьком огне пропарится, все вместе свяжется, поженится, переженится и приготовится. Чуфыр, 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 готовься, вкусная еда. Да, у меня осталось очень много макаронов. Наверное, я их разложу вот в такие вот коробочки, боксики. Они не слипнутся, потому что они смазаны, они охлажденные в холодной ледяной воде и смазаны маслом растительным. Каждая фузулечка смазана. Я ее вот так распределю по двум коробочкам, а потом, когда мне надо будет, я их достану и приготовлю. Ой, подождите-ка. И приготовлю что-нибудь из них. Вот, все. Смотрите, какая прелесть. Получилось две вот таких коробочки у меня. Сейчас я их закрою крышечками. Не знаю, может быть, в морозилку положу, потому что я раз в год готовлю, и как раз у меня будут готовые фузули. В морозилку пошли. Пошли в морозилку. Здесь у меня внизу морозилка. В нее я положу наши фузули. И ничего с ними не будет. Будет прекрасно лежать они в морозилке, как на Северном полюсе. На Северном полюсе даже мамонты сохраняются миллионы лет. У нас точно такая же морозилка. Итак, смотрите, как оно пыхтит, как оно кипит. Я выключаю. Посмотрим сейчас, что тут у нас делается. У меня нету другого вот такого половника, вот только вот такой. Смотрите, что получилось. Какая красотуля, да? Прекрасно вышло все у нас. Фузули по-флотски называется. Макароны по-флотски. Мы в детстве только любили макароны по-флотски, только и ели. Вот. Теперь накладываем в тарелочку. Ух ты, запотело аж все. Вот так берем. И в тарелочку так. Хоп. Раз. Хоп. Раз. Хоп. Так, у нас как распределилось? Все нормально? Много мяса, много фузулечек. Начнем с этого. Поехали в нашу кафешку. В нашу кафешку. Так. Здесь нас ждет наша кимчи и наш зеленый чай. Будем пробовать. Фузули горячие, по-флотски. Это еда бедняков. Вот такое маленькое видео
ни к чему не обязывающая, ни о чем не говорящая. Спасибо за внимание. Пока!